Ставь лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Дони, а также B-World, Кустик, Тоха, Маффин и Пельмешка. И сегодня у нас угарный драг-рейсинг в GTA 5. Здорово, пацаны! Здорово! Всем привет-привет! Всем салам, народ! Ребята, мы сегодня собрали просто нереальное количество людей для записи этого видоса. И Пельмешка уже все, Пельмешка уже спит, вырубился. Ребята, нас сегодня шестеро, 6 контов в ряд. Все очень просто. Открываем контейнер, берем тачки, проезжаем драг-рейтинг. Первый зарабатывает 6 баллов, второй 5, потом 4, 3, 2, 1. Все очень просто. Ставьте лайки, это будет очень крутой видос, потому что такого еще не было. Либо было, но очень, ребят, давно. Поэтому, короче, будем открывать по очереди, поэтому предлагаю сначала встать просто около тех контейнеров, которые вам просто вот более-менее нравятся. Мне будет нелегко встать. Я пятерочку беру. Пельмень! Что, просто встаньте около них и все. Маффин, там что ты делаешь? А что Маффин делает? Меня фоткает, что ли? Ну давай. Понял. Так, а что в итоге вы выбрали, получается? Да. Подожди, а Маффин, ты какой выбрал себе в итоге контейнер? Он пятый? Ну я тоже пятый хочу. Давайте. Окей, выбрали? Окей, выбрали. Давайте мы начнем с Тохи открывать контейнер. А вы пока стойте, ждите. У Тохи X5, неплохо. У меня, короче, у меня фокус. У Пельменя получается здесь М5. У Гриши здесь полицейский форт. Отличный у Куста здесь. А, нормально, каврик. И у Маффина здесь. Офига, пикап огромный. У меня пусто. А у нее что, звука нет? Пусто? Пусто? А, что с жигой? А, серьезно? У тебя пикап. Звука нет, да, наверное. Так, у Маффина пока нету, ждем, пока загрузится, и продолжим. Окей, мы, друзья, готовы к нашему первому заезду. А, шалеть, что происходит? Короче, Куст, давай отсчет. В смысле, я еще, ну давай, давай. Еще три. Раз, два, три. Давай, let's go! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это скам, короче. Это скам. Так, ну... Это скам. Куст, хрена на жиге поехал. У нас все плохо. Давай. Зато Гриш, Гриш, зато БМ поехали. Нормально. 450. Да, да, да. 450? Чего? А нормально у меня номера на бэхе? А у вас там мультиплееры, мне кажется. Не-не-не, по нулям. Нет, по нулям. Да, да, ну, у них тоже по нулям. 550, а куда ехать? 550, финиш, это билборд. 150, зашибись, блин. 183. Кто первый? Я первый. А кто второй? Первый. Я. А, Кирилл, Пельмень второй. Дальше, там финиш впереди где-то. Да. Тоха, да, третий. Я, кажется, не доеду, у меня уже дым из-под капота. Какой-то неправильный полицейский. Я понял. Короче, я третий приехал. А, точнее, не третий, четвертый я приехал. Маффин пятый, Гриша последний получается у нас. Ладно, мы записываем баллы. Это был первый раунд всего лишь, поэтому не расстраиваемся пока и идем дальше. Окей, продолжаем это мы скам. И у нас опять-таки 6 контейнеров. Выбирайте, вставайте около контейнеров, пока не смотрите, что внутри, просто вставайте около них. Я четвертый. А, давай хочу. Я вот этот посередине. Давайте. Я шестой. Окей, шестой. Маффин такой. Так, мне пятый получается, пока стою около пятого. И начинаем мы открывать с первого. Тохи, первый контейнер мы открываем, и там фокус вроде бы, да, это или что? Я думаю, там пусто. Или это фьюжн какой-то? Это Мондео. А Мондео, да. А у Маффина это эскалейт. Нифига. У Гриши здесь пикап. Да ну идите вы нафиг. Дичь какая-то. О, чё это? А, понятно. Чё за стрела? Кому так, у меня рейнджак и у ламба, у этого пельмени. Прозрачная? Короче, окей, тачки мы получили, у меня это рейнджак, у меня это, что такое вообще? Это у меня СВР, кстати, игра, да. Урбан? У меня вообще шляпа какая-то. У меня урбан, пацаны. Что за приколы? Так, ладно, короче. Фига, ты снимать нас будешь, да? Ну, видимо, он будет нас снимать, да. Так, все готовы? Маффин, давай, вставай около нас. Где-то свободное место, ячеечку свободную занимай. Это есть такое. Двоих. Реально? Здорово. Понимаю. Так, давай, Гриша, отсчет. Камеру. Блин. Смотри этот. Гриш, давай счет. Раз, два, три. Так, ну... Ой, что Тоха вообще не поехал. Потолкни! Нет, не хочу.
Нормально, нормально, я еще раскочегариваю. Так, раскочегаривается, раскочегаривается. Ну это шляпа, просто. Что за говно? Да они на мультиплеерах, я тоже. Не-не-не, мультиплееров нету здесь. Все, пошла, давай, битурка, V8. Нет, пацаны, нет, давайте без мультиплееров, ребят, не врубайте. Нет! Давай, Ваня, мы с тобой сидим. Как эти тачки так уехали? Ну, странно, да. Ну, что есть, кто там из вас первый? Я первый, я пельмени обогнал на Куст, 5 баллов, 4 балла пельмени. Смотри, тут Тоха сражается с Маффином. А, все, я, походу, проиграл борьбу. Не подрезай, не подрезай. Нельзя. Пацаны, давайте, я снимаю. Да ладно, я... По пингу проиграл. Он снимает. По пингу вот это видел? Он снимает. Вот это вот. Так, я третий, Тоха четвертый, Маффин пятый, Гриша. Гриша опять не повезло. С тачкой второй раз подряд. Да, это специально так сделано. Да в смысле специально? Ладно, ну я, слушай, я тоже пока ни разу не побеждал, поэтому я тебя понимаю. Ладно, мы записываем баллы, идем дальше. Так, ладно, мы продолжаем. Ребята уже заранее выбирают себе контейнеры. Я, конечно, все понимаю. Ну ладно. Открывай. Так, мне третий получается, да? Окей, открываем. Давай. Значит, мы первый для Тохи. Там, о, ламба какая-то стоит. Кстати. Вторая для пельменя — это Макларен. Мне третий — это у нас Ламборджамбо. А, Гриша четвертый — это СЛС, да, если не ошибаюсь. Маффину пятый — это... А, у тебя нет контейнеров, серьезно? Да, а, да, понял. Да. Ладно, короче, вот так вот. Ладно, забирайте тачки, в принципе... Все прикольные. Да, я, вроде как. Немножечко дрифт. Немножечко дрифт. Я не знаю, куда он поедет. Ну ладно. А, так у нас с Биворлом одинаково, нет? Не, это не, СЛС и АМГ GT, это разные надеюсь, машинки. Надеюсь, я не да. улечу. Короче, все готовы, да, надеюсь? У нас... Да, Тоха особенно готов. А где у нас Тоха? А Тоха вот, Тоха на месте, Тоха на базе. Все, а, давайте, Маффин, давай ты отсчет. Давайте, 1, 2, 3. Поехали! Понятно. Я не знаю, я один, видимо, у кого мультиплееров нету, да? Не, ну, у меня тоже нет. Ну, я тоже не без мультиплееров. Я 5 пельменей обхожу на финише. Да что за приколы у вас, алло? 370. Ну не 370, ну, а мы... что за тачки? Я не знаю, как так получается, но у нас каждого... Короче, его дуй, блин. Эй, ну чё, не-не, ну мужики, ну не надо. 470 на финише. Ну чё это? Я хоть с вами прокачусь. 340. Ну Маффин меня обгоняет, Маффин, нет? Да не обгоняю я тебя, сколько ты идёшь? Я вот 198. 197. Что это за дрэк на SLS AMG? 190. Короче, Гриша последний был, я понял. Так, кто был первый? Кто был первый? Я был снова. Опять куст, 6 баллов. Кто был второй? Я. Да ты опять пельмени, 5 баллов. Тоха 4 балла, мне 3 балла, Маффину 2 балла, а Гриша 1 балл. Да капец, жестко, что происходит, пацаны? А ладно. Они все накрученные, это все понятно. Не, я им доверяю, у них не должно быть такого. Короче, продолжаем, впереди еще есть раунды. Продолжаем, и опять-таки заранее занимают позиции. Тройка. Мне с той стороны не везет, я здесь там. Ну да, кстати, реально. Так, кто там еще остался? Тоха, выбирай. Походу, все самые крутые тачки в начале, да? Не знаю, Тоха и спрыгай. Тоха, какой берешь? Шестой, мне пятый получается. Окей, открываем, мы начинаем мы с Гриши. Первый наш там стоит. Ой-ой-ой, это хорошо. Это Камара. У пельменя, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, неплохо. Маффину. Ой-ой-ой. Ну, кстати, у всех прикольно. Сейчас будет угар. Байк! Байк у Тохи. Байк это неплохо. О! Это в одном дракрейсинге байк хорошо прям шел. Mm-hmm. Ой, а что это за тачка такая так, желтая? Так, желтая, это Ламба, это Бугатти точнее, это да. Бугатти. Дрит Бугатти, да? Это Бугатти, короче. Так, ладно, это короче, скам. Будет интересно, я даю отсчет, и мы стартуем как, на счет 3. Погоди, как там давай. На заднее колесо стоит? Нам 5 и все, да. Ага, все. А куда ты поехал? Я, не, у меня не было ни хрена, пацаны, я на месте стою, алло, это тростинхрон. Да. Ой, ля, потом посмотришь мой ролик, все у меня было нормально. 1, 2, 3, гоу! О, поехал последний. Ну, Гриша поехал в этот раз, нормально. Ну ладно, ладно, не знаю. Догоняешь. Только просто в шлеме на байке с вами. Так, да вы заколебали, реально. Пельмень, ты кто?
Пельмени 6 баллов, видимо. Да, Гриша 5 баллов, поздравляю. Не последний. Кто-то гоняет меня. Как ты меня обогнал? Да гоняет меня, маффин, кажется. Давайте у кого меньше всего баллов, кто-то победил. Да-да-да. Так, мне 3 балла, 2 балла получается, точнее... Кому там? Два балла, да? Три балла, да? А, а кто это приехал? Это приехал пельмень. А, Тоха последний, да? Тоха последний. Тоха вон на байке. Тохе 1 балл. Ну, байк там сразу. Да, да, да. Ладно, еще 2 раунда впереди у нас. Надеюсь, сейчас, ну, отыграюсь я еще. Let's go. Окей, мы готовы. На счет 3 вы побежите, короче, одновременно все контейнером. Раз, два, три, ладно. Все, бегите контейнером. А я тогда вот так сделаю. Шестой. Ну там перелетело, алло. Тоха. Читер. Тоха, алло. Какой ты выбрал себе контейнер? 4, окей, я 5 в итоге занимаю. Так, открываем начало для Маффина. Первый, что там у нас стоит? О, корвет. Для Биворолда второй. Ой-ой-ой. Третий для пельменя. Финик. Четвертый для Тохи. М5, М8 точнее. Х7 и для... Что это такое? Это Астон Мартин. Астон Мартин, да. А что с ним? У меня дрифт корч второй уже подряд. Слушай, а дрифт корчи бывают и вот потом хорошо. Ну, не каждый раз, конечно. Не каждый раз, но бывает. Ладно, на самом деле мы готовы. У меня здесь вообще внедорожник Х7. Новый, кстати, прикольный. Хотя, как тебе, Гриша, новый Х7 с такой вот мордой? Ты видел вообще морду? Сойдет. Сойдет, да? Ладно, стартуем на счет 3. Давай, Гриша, отсчет. Раз, два, три. Ё-моё, вчера пельмень, что? Это скам! Новый старт! Охренеть! Ладно. Так, что там? Я просто моментально до сотки разогнался. Да реально? Буду я, наверное. Да-да-да, смотри, покажу. Разгоняетесь, да, разгоняетесь? Ну да, по чуть-чуть. Ну да. Так, ладно, хотя бы вторым быть уже неплохо. Здесь надо карман, пацаны, сделать. Все, сюда, неплохая идея. Ну да, неплохая идея. А что, Додж есть такой кабриолет, интересно? Не знаю, 6 баллов пельмехи, мне 5 баллов. Кто на второй? Третий, кто? Кто третий? Тоха, да, третий получается, потом Маффин был, да, вроде бы? Потом Гриша, потом уже Куст. Ну что же, на самом деле интересненько, потому что Куст 2 раза сначала выиграл, потом уже 2 раза приехал вроде как последний. Поэтому да, интересно, что будет дальше. А, у пельмехи чит, оказывается. Только сейчас я понял это. Да, чит-тачка у пельмехи. У меня со старт тут почти 100. Ладно, идем дальше. Еще раунд есть по контейнерам. Let's go. Окей, продолжаем. Ну, уже можете потихонечку бежать к контейнерам в таком случае, если вы уже бежите, да? Куда вы там бежите? Я понял. Так, кто это? Тоха приехал на своей боевой. Какую там занимаете? Окей, Тоха, какой берешь? 6. Мне опять 5 достается. Окей, открываем мы слева, начинаем. А дай я себе открою. О, Бугати. О, неплохо. 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 Ага. А, это Макларен. Макларен. А Тоха, что ты? Ты местами с тобой бьялись, типа, да? Это тоже, что ли, дрифтовая, блин? Да в смысле? Не-не, она хорошо едет. У меня тоже дрифтовая, пацаны, оказывается, посмотрите. Что за хрень, 3 дрифтовых тачки подряд? Это точно подкрут какой-то. Да ты сам выбираешь, алло, какой здесь подкрут. Окей, мы готовы, но в принципе это будет реально... Фига мне, гляньте, что с машиной вообще на себя как-то переливается, видите, в неоновых этих. Да-да, ЛГБТ у тебя машина. Ладно, на H3 мы стартуем. Сердечками, да-да-да. 1, 2, 3, гоу! О! Габи Волт. Нормально. Скам. Опа. Нет, нормально, сейчас все хорошо, если честно. Скам. Да. Пельмени обходим. 5 сотен. Так, не даем, обходим Гришу. Кто первый? 6 сотен. Тоху. Обойди Тоху. Тоху обойди. Не успел. 6 Тохи мне. Куда? Кому там? Кто там был каким? Кто последний? А я не понял, кстати. Я последний. А, да, я последний. Я по скам. У тебя а же... Я? А я... Не знаю. Я не понял, я потом на, ну, на фотофиниш посмотрю. А у так тебя куст ускоряшка есть на Х, кстати говоря, ты знаешь, да? Реально? Да. А, чуть раньше не сказал. А я забыл про это. А, я короче, пацаны, понятно. Давайте мы сделаем еще один раунд по рандому. Каждый спавнит 2 рандомные реальные тачки. Пока машины свои удалять, чтобы они здесь не мешались, mm-hmm. да? Ой, я удалил Маффина, сорян, я думал... Спасибо, спасибо. Подожди, это ГТ-шная или реально? Где, 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 где? Это реально, это реально, так, да. Так, это что, байк не участвует, да? Байки, и слушай, по желанию байки. Тачки, ясно, понятно. Не, не хочу байки. Да, не считай. О, так. Что за X такой у меня злохайской какой-то? Так, что-то нифига себе, это крутой X5. А, хотя нет, не крутой. Ладно, я сделал пока себе 2 тоже. О, М5? 2 или? 2 М5 у меня, 2 машины. У меня 2 М5. Ой, я удалил свою!
пятую я ебу. Я на этом поеду, Вань. Подожди. Не, ну ты можешь его не считать, если хочешь не считать его. Типа он такой... Не в тему. Проблемка со спалмом. Ооо, это мощно у куста. Охренеть, это очень мощно. Так, а где у нас Тоха? Тоха там пока ничего не спавнится, получается, да, у Тохи? Вообще, да, ничего? И у меня, кстати, тоже почему-то ничего не спавнится. Да? Давай пока... Почисти не ГТР. А ГТР это у Маффина получается, да? Да. Так, короче, давайте я предлагаю, сейчас я сделаю для Тохи две рандомные. Тоха, ты выберешь из них любую, одну из двух, я это не считается. Либо вот это не считается тоже, это лишнее. Не катайте здесь Тох, куз, если ты не видишь машины здесь, да, которая есть. О, хорошая тачка, куда, верни. Вот это там вот. Нормальный вот. Дрын был. Либо это выбирает Тоха сейчас, да. Давай я тебе, Гриша, спавню просто две машины, давай, ты выберешь, да. Ну видишь, загрузится сейчас первая раз и вторая, два, две полицейские. А сейчас загрузится, забираешь, короче. Это пока. Намек. Пока, короче, мы готовимся к заезду, становимся на стартовую линию и посмотрим, кто кого, да. Ладно, мы готовы, ребята, это будет интересно, честно говоря. Ну и стартуем на счет 3. Один, два, три, гоу. Мне фору дайте. 250, 300. А, ну да, у куста имба тачка. Это Донни скам. Меня заскамил. Да, да я-то что, я рандомно сделал все по-честному, я, ребят. Вы сами все видели. Все я должен был сам это сделать. Кто меня догоняет? 570 на финише. Кто меня догоняет? Пельмень догоняет. Алло, пельмень. Там, ты ничего не перепутал? Ну давай. А мы догоняем кого-то. А кто это едет? Это Тоха? Тоха, обгоняем Тоху. Тоха, обогнали. Нет, куст первый, я второй, потом пельмеха, потом уже... Потом кто там приехал? Я последний, короче. Не, ну... Какая шляпа, короче, вообще. Я согласен, я ладно, понимаю. Не, ну, да, вам сегодня чисто не повезло по тачкам. Ну, хотя у Гриши сегодня было парочку неплохих, если не ошибаюсь. Одна была только. Да? Да, не, ну все было по-честному. Я первый ни разу не приехал. В контейнерах, ребят, ну вы сами выбирали там тачки. Ну, все было по-честному. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Всем удачки, всем пока. Пока. Пока-пока.